магазин квітів. Квіти усі покинуті і, як бачите, вже зав'яли. Так сейчас выглядит микрорайон, где я живу. Это Сакарки, левый берег. Вот эта улица сзади меня, она сейчас полностью пустая. В обычный день она запаркована вся. Это спальный район, и здесь полностью все заставлено автомобилями. Вот вы видите, сейчас какие-то редкие машины остались. Обычно, если поздно вечером человек приезжает с работы, то ему просто негде стать. Он кругами ездит здесь, чтобы припарковаться. А сейчас абсолютная пустота. Слышите, какая тишина. Полностью пустой микрорайон, нет людей, я иду по улице, не вижу никого, ни души, как в каком-нибудь фильме «Послезавтра». Честно говоря, ощущения жутковатые.